По версии следствия, подозреваемый временно исполнял обязанности директора предприятия. В период с января по апрель 2020 года он не выплачивал сотрудникам заработную плату. За это время сумма долга перед работниками составила более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия «СНАП-ресурс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145 Уголовного кодекса Российской Федерации, полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы руководителям организации. О проблеме невыплаты заработной платы на муниципальном предприятии мы рассказывали еще в мае этого года. Тогда сотрудники «СНАП-ресурса» обратились в редакцию ОРТ. Люди отказывались выходить на работу. Ситуация привела к проблемам с водоснабжением и канализации в поселке Экспериментальный. Понимаете, хочется за свою работу получать деньги. Потому что такой объем информации, который, допустим, я обрабатываю, мне хочется, чтобы у меня на иждивении 2 детей несовершеннолетних. В числе людей, оказавшихся без зарплаты, был и подозреваемый сегодня Владимир Уречук. Свою вину он не признает. В интервью нашему телеканалу рассказывает, что на должности руководителя в тот момент не находился. Якобы в это время, как и сейчас, он заместитель директора. По словам мужчины, отвечает он только за техническую часть работы предприятия и сам страдал от невыплаты заработной платы. Заработную плату начисляла бухгалтерия МУП «СНАП-ресурсы». Я, как работник этого предприятия, не должностное лицо, я также получал с предприятия денежные средства, зарплату. И когда я спросил прокуратуру, а почему у меня нет в списках, я говорю, такой же человек, у меня такая же семья, как у всех, надо кормить, надо зарплату получать. Они говорят, а вы что будете? И потерпевшие, и обвиняемые, что ли? Так не бывает, Владимир Михайлович. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия. Они направлены на сбор и закрепление доказательной базы. После дела будет передано в суд. Вячеслав Кампа, Семен Воробьев, Новости дня.